кое-как почистила. Марина, дай ей вот эту с сыром тарелочку. Да, пусть яйцо складывает. А, сюда прямо? Да, да, конечно, клади, клади давай. Ой, молодец, какая. Умница. Всех приветствуем на канале, всем здравствуйте. У нас сегодня 1 марта, девочки. С первым днем весны. Давай, чисти. Она сидит, девчонка, маму смотрит. Ты маму смотришь, что ли, включила? Она бывает вот так YouTube листает, листает, раз попадется, она говорит, мама. Ну вот. Молодец. Давай, чисти и маму смотри, ладно? А мы поедем сейчас. Поедем сейчас с папой. У нас папа Марину привез. Потом пойдем. Обязательно, да. Ну вот. Пока Марина здесь, они тут посидят немножко, нам надо съездить за продуктов купить. Да, тетю Аню свозить она попросила. А ты чисти давай, у тебя тут работы много. Ух, много работы, сколько у тебя яиц тут. Давай, чисти, а потом мы приедем и на улицу сходим, на батуте будешь прыгать. Дома, пока что ты дома, давай. Давай, мандарины чисти, помыть только Марина их надо, ладно? Вот, давайте. Едем, девочки. Светофор, девочки, приехали. Интересно, кстати, вот это. Точно как я же. Я раньше в колонии, если сзади замыкающим еду на ЗУшке, вот такой же, вот такая же машина у нас. Грязная. Пыль глотаем вообще. Так, тут вот новенькая появилась. Я хочу взять. Сказка. Да? Она интересная, кстати. Мы вот такие брали. Возьми, ну, Мария у тебя считает, читать начинает. Иван читает, но... Вот, а я хочу еще, еще видишь, что есть, смотри. На книжечку появился. Ваня. Книжка. Такая вот головоломка. Есть возраст 0+. Так, еще есть книга головоломка такая вот. Тоже 0+. Ну вот это как-то мне не очень. Это для мальчика. Смотри, кстати. Аня, смотри, вот Ивану тоже. Это от 0. 0+. Ему тоже интересно будет, наверное. Почему? Ну, они вот по 157 рублей. Вообще дешевые. Угу. Я вот такую возьму здесь, интересно, в ответе. Ну, возьми, надо, Маша тоже будет. Наверное. Ну, возьми. А возьми, Маша, вот такую. Ну, а что? Я возьму им на двоих. Приключения Сережи Царапкина. Так, коты. Коты Эрмитажа. Ну, сегодня как-то не особо тут выбор, конечно. Но такое это вот можно взять. Мама! Еще. Алмазные узоры. Тоже хочет поиграть. Видишь она? Че? Ну, она тут, наверное, снимает. Ну, это специально и так. Что? Здесь такие вот машинки. Нет. Видишь она? Че? Ну, играет. Ну, это как подвеска. Ароматизатор или как они? Да. Как они называются, правильно? Я не знаю, подвеска. Да. Потом мы поехали, Матвейка нам уже машинки заказывает. Я говорю, блин, машинок-то у нас много. Но я бы вот такую-то, слушай, взяла ему. Вот. Только... Где цена? Не знаю. Такая вот стоит огромная. Давай спрошу. Большая прям. Цену спроси. Спроси, спроси. 2,94. Но у нас вот такая-то от тети Леры нам досталась. Она нам подарила. Мы тут зашли, девочки, в секонд-хенд. Детская одежда. Посмотреть. Смотрите, а может брючки, джинсики, что-нибудь такое. Тут вот обувь, сестра тоже детям смотрит. Тут такое вот. Ой, какая тут книжка. По какой она цене? 25. Чего? Рублей. 25 рублей? 25 рублей. 25 рублей. За 25 рублей можно еще поиграть такой книжкой, да? Там тоже вон игрушки. Ничего себе. Тут кеточки, какие-то игрушечки. Тут тоже. Шапочки. И даже есть сандалики. И пинеточки такие, как ранешные. Но даже они кожаные. Валенки. Не, Еле надо будет на следующий год валенки покупать.
А валенки в какую цену вот эти? А сколько там цены? А тут нету цен. А вот все по. А, все по 200, ага. Все понятно. Эти хорошие валенки за 200 рублей. Самокатки. Ты Еве хочешь? Да. На следующий и год. 10 и 5 лет. Здорово. Тут вот еще такие валеночки. Эти вот старенькие, это совсем добрые. Тут еще такие вот есть. Домой, девочки, приехали. Смотри, уже тут. Да не доставай ты, подожди, сына. Уже распаковывают. Я покажу просто, что мы купили. Вот. Так, вот такую взяла книжечку. Я уже показала там в светофоре. Вот, будешь заниматься. Не ныкай. Так, валенки взяла в секонд-хенде. В общем, девочки, 200 рублей. Такие валенки. Посмотрим. И книжку вот такую взяла. Можно еще поиграть, но за 25 рублей, конечно, смешная цена. Она еще ее потеребит. В общем, интересно. Такая вот книжечка. Да, у нас... Ну, 25 рублей, ну что, смешняцкая. Ее постирать можно. У нас есть такие-то книжки. Она очень даже это... Интересно ей, да? Тут вот тоже... Вот. Поиграет. Постираем и поиграет. Ну, пойдем собрались. Сама. Погулять, воздухом подышать свежим. Дейка, ты вот зря туда пошел, сынок. Куда он пошел? Нет, в валенках не ходите. Одели валенки, да, туда. Потому что на батуте в валенках прыгают. В чистой обуви. А, Матвей, ты где, сынок? Ну что? Писали, девочки, комментарии. Потом на батут я тебя не пущу в этих валенках. Огромное спасибо, что пишете. Писали, в общем, что неправильно Саша батут собрал. Неправильно? Ну, написали, но что неправильно ты собрал. А что надо было правильно? Как? Инструкцию читать надо было. Вы не читали инструкцию-то, что ли, да? Не-а. Да, конечно. По инструкции девочки собирали. Батут. Много, в общем, комментариев было интересных по поводу того, что батут зимой не ставят. Плюс... Температура, в общем. Так, вот возраст плюс 3. В общем, смотрели они, собирали, делали сборку по инструкции. А давай закроем бутылку. Так, для детей. Ага. В общем, батут у нас в диаметре 2,5, получается, почти. Вот. И вес до 150 килограмм. Я специально выбирала такой, потому что у нас и ребятишки у сестры есть, придут. Ты будешь прыгать или нет? Если ты не будешь прыгать, значит, все тогда. Евочка, давай прыгай, моя хорошая. Вот так, вот так. Да ничего не делай, пусть тогда гуляет. Если ты собрался попрыгать, значит, нужно попрыгать вначале было. Да, в валенках можно прыгать. Кто мне пишет, девочки, такие, знаете, даже такие комментарии пишут. Оскорбительные какие-то, вот мы дураки, да зачем брать, да деньги тратим, там, плюс еще, знаете, что, ну, вот, что зима у нас, там, минус будет, ну, будет минус, ничего страшного, а здесь все металлическое, железное, сетка обычная, тряпичная, само полотно вот это, оно довольно-таки прочное, по краю вот этот вот идет материал, ничего страшного. От чего он должен потрескаться? Ну, не знаю, девочки, я смотрю... Нет, можно было, конечно, это вот сюда делать. В смысле, да? Как сюда? Ну, вот сетку саму. Но. Подальше вот сюда пускать. С этой стороны. Ну, я видела, Саша, подожди. Я зашла специально, вот, почитав комментарии, я зашла специально посмотреть, где брала вот этот батут, заказывала. В общем... Там правильно все, показаны ролики, там, значит, выложены ролики, там отзывов достаточно, и у всех я посмотрела, точно так же все сделано, вот она, инструкция прилагается, пожалуйста, не знаю, девочки, так что тоже, не, как говорится, не совсем дураки, почему я заказала зимой, кто пишет, что зимой не заказывают, девочки, зимой заказывают летние вещи, почему, потому что батут это в основном, конечно, для лета, соответственно, цена... Сейчас дешевле, а цены подрастут. Ну, извините, вот он стоял, вот этот батут вот именно этого размера, в общем, у нас 2,5, получается, весовая, в общем, это до 150 килограмм, здесь высота почти 2 метра сетки,
А цена стояла, значит, 15 500 рублей. А сейчас этот батут, девочки, стоит 10 900. Я его взяла за 11 000. А цена неплохая, потому что, ну, извините, за 15 купить или за 10 000 купить, разница тоже как бы есть, да? Я думаю, нормальные люди, нормальные, понимающие, да, когда ты экономишь денежку, не хватаешь, как сказать, сразу, да, ты, конечно, берешь и ждешь, смотришь, что и как. Ну, тут я зашла случайно, девчонки, и цена, конечно, меня удивила. Я говорю, ой, надо мне срочно заказать, потому что детям это радость. Вроде есть такая, я тоже в интернет заходила, что-то тут. Вот тут идти. Ну, 11 с чем-то, да? Ну, я за 11 ровно его взяла. Вчера зашла посмотреть то, что сборку написали неправильно. Посмотрела, зашла. Полностью у всех так собрано. Все нормально. Ну, ты же по книжке собирал, считай. Вы же смотрели. Ну, как ты можешь неправильно собрать? Все здесь сделано так, как нужно. Ну, вот. Ну, неправильно, неправильно. Что, кому какое дело? Ну, дети прыгают. Ну, неправильно. Дети прыгают. Тоже смотрю блогеров и смотрю дети зимой в комбинезонах. Пожалуйста, в валенках, не в валенках, в башмаках, не в башмаках. 150 килограмм у нас дети. Один 20 килограмм, второй ребенок, ну вот Ева 14 килограмм весит в одежде. Ну, не лишка тут нагрузка, ну вот прыгают. Что здесь такого, да? Попрыгаем, скажи. Вот так. И радостно, конечно. Сейчас погулять, у нас сегодня хорошая погода. Погода у нас уже плюс 1, плюс 3 показывает. Вот, конечно, в такую погоду у нас нет ни температуры, ничего, сопли, конечно, ну, ничего страшного, сопли у Матвейки, ну, вот, вроде получше становится. Посмотрим, в общем, девочки. Так что кто-то писал, что тоже хочет заказать. Девочки, заходите на Озон, набирайте просто батут, и я так искала, и мне уже потом выходило, и отзывы какие? Отзыв должен быть видеоролик, чтобы вы наглядно видели, что там прыгают дети, прыгают взрослые, да, допустим, у меня попался этот батут, он стоил 21 000, трехметровый, там лежало 4 мужика взрослых, да, батут для взрослых, там была фотография, там был ролик, и дальше пошли ролики, где скачут дети, мама с ребенком прыгает, видео было приложено достаточно, что ты уже понимаешь, попрыгайте, ты уже понимаешь, что действительно, Саша, ну-ка давай залазь. Ну давай, обувь только сними. Ну попрыгай с Евочкой, пожалуйста. Ты что гонишь? Я без носков. Блин. Ну носки давай шерстяные. Я тебе носки шерстяные принесу. Нет, ну и что? Ну что, радостно? Радостно с папой? Клык, скок. Папа боится. Ты вес считаешь? Да. Ну что, 30 килограмм дети? Так. Да ты сколько, 70, к примеру? Да ну, ну, плюс-минус. Да. Нормально. Получается 20. Саша, нормально, выдержи, давай, не бойся. Одели мы... килограммы все в кучке. Ну, вот видишь, не 150. Одели валенки, чистые валенки. Ну, вот прыгать прекрасно. Ничего тут не застынет, ничего не будет. Все нормально. Здесь все вот это сделано, но внутри там железо, девочки. Матвей, говорю. Ну что ты, ну попрыгай, я бы залезла, я бы встала, попрыгала с ребенком. Ты что? Не хочу я прыгать. Так что, лежать будешь? Да. К лету готовлюсь. К лету? Саша, ну... К лету загорать в батуте. Да, конечно. И Ева-то тут такая довольная. Ну что, здорово? Конечно, здорово. Папка не прыгает. Как папка, да? Не толкайся, сестру. Бери ее за ручки вместе, прыгайте за ручки с братиком. Ну вот, и папа тоже боится, папа говорит, прорву. Че он прорвешь ты? Я смотрела там ролик, там женщина с ребенком прыгала вместе, крупная, причем такая, неплохо, очень даже замечательно они прыгали. Довольная? Да вот, папа, скажи, попрыгай со мной. Вот так, вот так. Ты видишь, я его держу. Ты че папу держишь? Ты-то, как кузнечик, довольная, да? Прыгать. Довольная. Нормально, девочка. Конечно, дети довольные, ну а что? Да? Папа, тут плыгал, как сильно. А ты чего упал? Ей тоже хочется прыгать. Радостные. Вчера кто-то написал, радости не увидели. Радостные, конечно, девочки. Они очень даже довольные были.
Ну, вот насчет сетки написали, да, допустим, если неправильно сетка. Смотри, как ее можно закрепить? Если она здесь вот идет в прошивку, вот да. ее делаешь, сделано по инструкции. Может быть, вот эта вот штука, ну, эта штука для чего делается? Это, я так понимаю, просто... Ну, пружины. Ну, визуально, да, чтобы это, как сказать, чтобы был вид, я так думаю. Ну, а здесь что? Здесь все, вот, все хорошо болтами закреплено. Ножки. Не, ну чтобы побольше батут казался. Ну а как можно, ты побольше, ну как сделать? Можно эту сетку вот снаружи, по наружке пускать вот этого синего. Но опять видишь, синий-то. Подожди, как по наружке? Закрепляется. Подожди, по наружке куда? Вот здесь что ли? По да. этой, по краю? Да. А как ты, если здесь столбики, допустим, вот эти вот перекладины идут, сетка идет диаметра по кругу, ты ее сюда-то как сделаешь больше-то? Она ведь не расширится, сетка-то. Она идет в диаметре, здесь идет замок. Вот, пожалуйста, замок, застежка. Все идет как надо. По кругу, вот по этому, по диаметру круга. Не знаю я. Если все по инструкции ты делал, так почему неправильно? Все правильно. Нет, так-то по инструкции, да, вот как у меня. Мне просто, я вот сам думал, если взять, вот, чтобы пошире, он немножко по объемнее, побольше. Да как он будет пошире-то? Круг-то, ты же сетка по диаметру вот этого круга идет. Вот круг. Но опять человек прыгнет, вот это собьется. Нет, конечно, Саша, нет. Конечно. Сетка идет прыгает. По краю вот этого круга, где прыгают а дети. Есть, да. Все правильно. Ни у кого я не увидела, что по краю вот здесь сетка идет. Как есть в инструкции, так все делалось по инструкции. Ну, все нормально. Он еще дополнительно веревку, девочки, он дополнительную веревку делал, чтобы полностью вот это все сделать, чтобы потому сетка что прям... не хватало. Наполовину только батута. Ну, вот. Там, наверное, просто заматывать можно было через сантиметров 30, допустим. Mm-hmm. А я-то делал вот. Ну, так что кто пишет, что не зимнее удовольствие? Понятно, девочки, у нас сейчас нет температуры 30, там 40 градусов, допустим. Но я не вижу, чему тут можно треснуть, лопнуть, кто написал. Вот единственное, вот этот материал в мороз, если его не трогать, я думаю, ничего ему не будет. Мороз, здесь все металлическое, уже еще раз повторюсь. Сетка, это ей тоже ничего не будет. Сама вот эта вот, как сказать... Вот этот вот по кругу материал, он довольно-таки прочный. И если зимой в 30-40 градусов вы прыгать не будете, правильно? Ну-ка, шапочку быстро одел, нормально. Сегодня у нас плюс 1, плюс 3. Показывает. С крыш капало, погода у нас отлично. Ну, сейчас, да, к вечеру начинает немножко подмораживать, конечно. Вот. Ну и что, как тебе? Не страшно? Ну, что не страшно? Не, ну ты говоришь, страшновато было. Просто я думал, если порвется, чтобы не жалко ведь все равно. Да что, оно порвется, если рассчитано. Не такие уж вы великие, как говорится. Вот, ну здорово. Ева довольная, да? Много было бы. Мама, единственное, мама. Что здесь поставили, как бы неудобно, да? Саша, конечно, хотел посмотреть. Я еще думала, как-то, ну, попозже, может, собрать. Ну, тоже хочется, конечно, ну, поровнее, да, ставить, потому что здесь неудобно, на снег. Ну, здесь, наклон идет, земля-то у нас. Да, здесь неровная поверхность. Здесь не столько много снега, кто пишет, на снег не ставят. Девочки... Ну и вообще желательно закреплять вот кто? Там люди, которые внизу. Вот эти. Да-да-да, здесь чем-то желез, скобами. Ну мы это сделаем потом, когда поставим на место, где а он будет стоять. Ветер будет сильный, он ведь улетит. Ну понятно. Теплицы улетают. Ну это уж какой ветер сильный. Какой? Нормально. Вот. И вообще, вот, девочки, кто мне пишет вот эти комментарии, правильно так, правильно сяк. Вообще, кто такие правила установил? Не прыгать в обуви. С чего ради? Ну вот Саша, конечно, взрослый человек, он в сапогах, в грязных башмаках не залезет. А ребятишки маленькие, в чистых валенках, конечно, они будут прыгать в валенках. А в чем они должны прыгать? Ну-ка, не неткой. Ага, не хочу. Это дома, это домашнее. Это вы где-то, конечно, в аттракционы приходите, вы там обувь там надо снимать, и там денежку платишь, да, за определенное время. Вот в Каменск ездили мы, там батуты здоровые, там и ребенка маленького не пустят, а дома... Каждый будет в грязной обуви. Ну, понятно, а здесь дома-то почему это? Короче, так, ты сейчас вылазишь? Все, напрыгался? Ты напрыгался, я смотрю, да. Маме сейчас вам надо идти готовить, там у меня фарш размораживается. Вот, веселись давай, радуйся и прыгай. Евочка прыгает. Давай, давай, веди себя некрасиво. Все, папа тебя домой загонит сейчас. Да, конечно, последний раз ты в батуте тут сидишь. Вот так.
варежечки сделал ей, ага, в комбинзоне-то тут. Варежки одели, теплые носки, теплые валенки. Вот. Большеватые валенки, я не знаю, на будущий год я взяла, ну что, девочки, 200 рублей, в принципе. Там, конечно, ничего такого не возьмешь в этом секонде, но мы посмотрели с сестрой. Сестра там немножко повыбирала. Можно, конечно, повыбирать что-то так. Я вот рубашку смотрела, там Матвейке по 200 рублей рубашки, но я не стала брать, в общем, ничего такого. А вот взяла единственную книжку, говорю, еще потреплет, потаскает, интересно ей. И, ну и валенки неплохие, самокатки, за 200 рублей цена. Это вообще здорово, да? Здорово! Вот, пожалуйста, сейчас в этих валеночках можно и прыгать. Давайте немножко прыгайте, сейчас воздухом подышим. И домой пойдем. Пожалуйста, вылазь, катайся. Нет. Чего? Нет. Не пойдешь домой? Все вынимаем. А что будешь? Пусть он сам вылазит. Давай вылазь. Где киска? А, котик там. Котик. Закрывайте, а то киски тут поселятся. Ну, закрываем на замок-то. Вот, единственное, от снега, конечно, девочки, да, кто-то написал, может, закрывашка какая-то есть, либо надо под какую-то крышу бы ставить, да, как бы. Ну, посмотрим, в общем. А что снег? Сейчас у нас лето придет, соответственно, пока будет так. Не, ну, можно какую-то крышку, либо пленку, либо сверху вообще, может, какое-то покрывало от снега. Нынче, вот смотри, сколько снега было. Это же потом все вот так вот навалится, допустим, да. Ну, так что это... Так что здорово, девочки, конечно. Я давно хотела, я в прошлом году планировала купить либо какой-то комплекс детям здесь это поставить на участке. Посмотрела цены, конечно, комплексы не дешевые, в пределах, допустим, даже 30 тысяч, если находишь, то доставка тоже не дешевая обходится. Ну, в итоге 40-50 тысяч. Вот, 50-60, ну и выше цены, конечно. А батуты тоже смотрела, но тоже цены 20-25, 15. И тоже, в общем, в прошлом году у нас не получилось купить. А в этот раз, в общем, заранее начала думать, смотреть. И, в общем, на Озоне смотрю, я все выискиваю. И, конечно же, в общем, решила заранее позаботиться, потому что летом цены, они, в общем, сразу вырастают на такие вещи. Придет сезон, обычно не в сезон, всегда дешевле купить. Так что как-то так. И обхаивать, вот писать, там, дураки, люди, ну, пишут такие комментарии, да, ой, ума нету, да, ну, девочки, ну, не надо по себе судить, не надо, старайтесь сдерживаться, вот уже писала, уже говорила много раз, вот пишут такие вот комментарии, ну, вот, там дети то, сё, пятое-десятое, ну, в общем, я не знаю. Ну, купили, захотели и поставили. Мы хоть куда, может, хоть 10 батутов купим, хоть весь огород заставим. Ну, почему нет-то, девочки? Это наш огород, это наше место. Вон, дети что хотят, то и делают в своей ограде. Кто-то написал, соседи стреляются. Какие соседи? Девочки, мы живем от соседей. Вот у нас соседний дом, пожалуйста. В своем доме мы что хотим, то и делаем. Хоть кричим, хоть поем, хоть пляшем. Следующие соседи живут аж через наш дом. Там дальше дорога, девочки, и там наш дом второй. А там уже соседи дальше. Так что у нас соседи здесь у нас никто не живет, дачники. Вот. Так что мы сами себе хозяева, как говорится. И слава богу, очень это замечательно. Это не в квартирке. Вот мы придем к Марине в гости. Ой, девочки, это так вообще дико так напрягает. Детям не вздохнуть, как говорится. Я не знаю, как живут девочки. Пишите, как вы живете с маленькими ребятишками. Вот, это просто кошмар в квартире жить. Это постоянно закликать детей. Дети есть дети, они шумят, прыгают, веселятся. Бывает, ты на них накричишь, когда они не понимают, все равно повышаю голос на своих детей, потому что заклик они должны знать, а они порой не знают заклика. Вот. Приходится, конечно, повысить голос, допустим, ну, так нельзя делать, вот, так что, конечно, в своем доме благодать, вот, вышли в свою ограду, хоть на батуте прыгай, вот, бассейнов поставим, бассейн, девочки, планировала тоже купить, хороший, ну, тоже цены, конечно, думаю, что
вряд ли мы хороший бассейн нынче купим, а, потому что там поездки и прочее все, и за учебу надо, и на учебу надо, и, как говорится, и за квартиру надо, и на питание надо ребенку. Виталия у нас учится, и Даня нынче у нас поступает, тоже надо. В общем, конечно же, большие, большие затраты. Так что, что говорить, на все везде надо деньги. Вот. И, конечно, вот так вот приобрести какую-то хорошую вещь, а я смотрела, могла купить батут поменьше, там в диаметре 1.5 метра были батуты, по 6-7 тысяч для двух человек. Там зашла, посмотрела, там мамочка с дочкой тоже прыгали. В общем, тоже были ролики, это отзывы в роликах. Сейчас оденем варежки. И подумала, подумала, я говорю, а вдруг мы захочем, вот папа сейчас, пожалуйста, залез, попрыгать. Здесь еще Матвейка помещается. А в маленький, допустим, в маленький батут, там уже, конечно, подумаешь, ага, уже взрослый человек не залезет. Там на двоих, в общем, место. Так что уже немножко подождала и вот заказала побольше. Так что очень все довольны. Небо красивое, да? Красивое небо. Ой, какое небо у нас. Так что, девочки, такие у нас дела. Огромное всем спасибо. Что вы нас смотрите, пишите, старайтесь воздерживаться, еще раз повторюсь, от оскорблений, потому что не надо никого оскорблять, потому что, ну, я не знаю, люди как-то не сдерживаются, любят прям оскорбить. Ну, знаете, если вы так не делаете, это не значит, что другие должны не делать. Так, мы так захотели, мы так сделали, это наше право. Мы делаем так, как мы хотим. Почему мы должны смотреть на других? Ни на кого мы не смотрим. Ну, еще раз повторюсь, смотрю блогеров, у которых дети, точно так же всю зиму, никто его не собирает, никто его не разбирает. Ну, батут, представляете, батут, допустим, 3-метровый, 4-метровый батут в диаметре. Ну, у нас вот 2.5, не великий, не маленький, как говорится, но туда-сюда его собирать и разбирать, ну, это бред полный, убирать. Ну, конечно, если там, допустим, я не знаю, может быть, кто-то так и делает, поставили его там, ребятишек не лишка, они там 1-2 попрыгали, да, может, вы его там, ну, осенью убрали. А мы вот, допустим, зимой хотим попрыгать. Может, температура 15 градусов, почему бы и не попрыгать, не выйти. Ну, посмотрим, видно будет. Но сейчас пока погода у нас уже начинает устаканиваться. Так что снег растает. Здесь у нас снегу не лишка, тут он уже начинает подтаивать. Все это сойдет, он пока будет стоять здесь. А потом уже видно будет. Поставим на свое место, и лето дети будут радоваться и прыгать. И не только дети. Вон папа, смотрю, уже радостный. Папа, ты радостный? А? Че? Да что-то ты вон че улыбаешься. Улыбка до ушей. Ну, в общем, так, девочки. Так что мы сейчас будем гулять. Потом... Ева радостная. Потом домой пойдем готовить. Вам всем огромное спасибо еще раз. И до скорых встреч. Всем пока-пока. И Ева машет. И Ева ручкой тоже машет, да? Ой, вот так вот она машет ручкой. Папа спрятал ручки-то. Ну, попрыгай, попрыгай, папа, скажи. Покачай меня. Тебе нравится? А? Нравится? Здорово. Вот так радостно, да? Ой, папа придумал. Довольно. Прыг-скок, 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 прыг-скок ножками, прыг-скок, вот так, вот так, вот так. Молодец, девчонка, молодец. Прыгай давай с папой. Мама, мама, нет пока. Ну, будешь с мамой прыгать потом, да? И Матвей будет с мамой, да, и с папой прыгать.